Всем доброго времени суток, с вами снова канал Грац, я Китария, я продолжаю играть в Assassin's Creed Odyssey. Мы направляемся в Мегариду. Мы наконец-таки уплыли с острова Кефалини, хотя не знаю, наконец-таки, мне этот остров нравился. И нам пришлось там оставить Фебу, драгоценную Фебу и Маркоса. А сейчас у нас афинская блокада. А что они здесь делают? И с чего это они вдруг около Мегариды сделали блокаду? Даже интересно. Ну, хотя мы поняли, что здесь спартанцы и афиняне, они воюют между собой, поэтому, в принципе, понятно. За Мегариду, в общем, скорее всего. И на этой Мегариде мы должны, кстати, с вами встретиться с нашим отцом Николаусом Волком, как его зовут, полководцем Спарты. Сильные какие. Я-то всего седьмой. А, не шестой. Ладно. Ну, ладно, просто заколол его. Тупо заколол. Новая гравировка. А, я поняла. Он дает новую гравировку, когда ты выполняешь какое-либо достижение в игре. Понятно. Знаю я про награду за нашу голову. То, что нанят наемник. Одна абордаж завершен. И чё? Ага, сокровища их могу собрать. Во как. Неплохо. И это только один из трех кораблей. А ты чё? Нанять. Нанять куда? Нанять на корабль? Ладно, посмотрим. Добро пожаловать на... Да, наняли его на корабль. Прикольно. Я еще не совсем разобралась с кораблем и вообще, что здесь нужно с ним делать. Его вроде как можно прокачивать. Вот. Но пока я еще это... Так. Кто-то улетел с нашего борта. Пока я еще так это досконально не рассматривала, поэтому еще не все знаю. Вот только сейчас я поняла, что можно нанимать на свой корабль экипаж. Членов экипажа. И ну, потом разберемся, короче, сколько их может быть. Максимум. Так, два корабля потоплено из-за финской блокады. Остался один. Но он почти уже... Таранит. Еще сильнее. Какой-то злой Алексиус иногда бываешь. Все. Все три корабля потоплены. Ну, мы неплохо справились. Я думаю, будет хуже.
Я больше в предвкушении от встречи с нашим отцом, поэтому давайте уже быстрее на Мегариду. По слухам, Мегарида — зона самых ожесточенных боев. Спартанцы собираются с силами, чтобы вытеснить афинян из региона. И я так думаю, нам нужно будет им в этом помочь, спартанцам. Мы же все-таки как из Спарты. Жрецы, приготовьтесь! Я сразу пошла к сцену, но это хорошо. Так, и сейчас, я думаю, мы увидим Николауса. Интересно, получится у нас совершить нашу месть или нет? Я, конечно, не знаю, планирует ли это Алексиус убить своего отца, так как он пытался убить его, потому что тот якобы предал Спарту. Но он был еще ребенком. А вот и он, старый уже. Вот, афинский пес Перикл боится вас. Прячется в Парфеноне с драматургами и софистами. Он не смеет выйти к нам, сразиться на поле боя. Он знает, как вы сильны. Он знает, что дни афинян в Мегариде сочтены. Он знает, что дальше черед Афин. Напряженно. Пустят его к нему, интересно. Я думаю, что нет. Ты прорвал блокаду афинян. Они мешали мне. Спарта перед тобой в толпу. Да ладно. Тюхи улыбнулась тебе. Ты кто-то такой, Стентер? Кто ты? Ты подоспел как раз к великой победе моего отца. Это уже что-то интересненькое. Ты не его сын. Его дети давным-давно погибли в Спарте. Он усыновил меня, когда прежняя семья навлекла на него позор. Я бы так никогда не поступил. Порой все складывается не так, как мы рассчитываем. История славится избирательной памятью. Как будто ты был там. Может быть. Глупость. Для этого ты слишком молод. Хватит о прошлом, поговорим о будущем. Какой наемник станет воевать, если ему не заплатили? Скажи, зачем ты на самом деле здесь, пока я не зарубил тебя? Я хочу увидеть волка. Давайте тоже, да, посмеемся. Это не так просто. Николаус командует всеми войсками Спарты. Если это и впрямь твоя цель, мне придется огорчить тебя. Незваных гостей он не ждет, ясно. Все в ответе. Что-то ты не похож на спартанца. Возможно, мне стоит пойти к Николаусу. Пожалуй, чувство юмора — это не то, что нужно наемнику. Но мне пригодится твоя помощь, если ты не прочь подзаработать. Да нет, конечно. Корабли уничтожены, но Мегарида по-прежнему в руках афинян. Чтобы дать им бой и оттеснить врагов в Афины, нужно ослабить их позиции.
почему для этого нужен наемник? Кажется, вы располагаете множеством солдат. Дело не в размере армии. Мегарцы — наши союзники. Мы не хотим вводить войска, пока не будем уверены в победе. Лазутчики уже думают, где нанести удар. Заплати, и я помогу освободить Мегариду. Вы все одинаковы. Ни чести, ни совести. Но лучше, если ты будешь биться на нашей. Ой, много ты знаешь, Стентер. Ладно, ни чести, ни совести. Все у него это есть. Просто ты не знаешь, с кем ты разговариваешь на самом деле. А мне не хочется ему об этом говорить, поэтому... Поэтому я отвечаю именно так. Уничтожив припасы и опытных воинов, мы сделаем их уязвимее. Покажи это лазутчикам. Если встретишь их, обязательно узнай, нет ли вести. Возможно, им будет нужна помощь. Где найти лидера Афинин? Он в Мегаре, под защитой стены целого гарнизона солдат. Но если убить его солдат, уничтожить припасы и украсть богатство, он будет уязвим. Понятно. Что нужно уничтожить? Все, что пригодится Афининам. Ищи припасы и оружие. Поиски стоит начать с порта Нисая в долине царя Лелика. Первым делом все припасы привозят туда. Это сокровище. Зачем оно вам? Солдатам необходимо платить. Без денег им не захочется гибнуть за чужие интересы. Афинине хранят свои сокровища в крепости у подножья горы Герания. Думаю, мне все понятно. Кроме того, не забывай, что с каждым убитым афинским солдатом... Да, я, в принципе, тоже поняла эту тему. Освобождение — это типа освобождения региона, я так понимаю. Делаешь регион уязвимым, и дальше начинается война. Отправь афинских псов в Таиду. Типа... Сделай типа бойня, да? Где встречаются спартанцы и афиняне. Ну и, соответственно, как он уже сказал, вот, да, завоевание. Чтобы встретиться с Николаусом, вашим отцом, помогите Стентеру захватить Мегариду. Для этого понизьте стабильность Мегариды до уровня, достаточного для начала большого сражения. Вот так вот, да. Хорошо. Стабильность региона. Самый эффективный способ понизить стабильность региона – это убить предводителя. Угу. Для ослабления защиты нужно понизить стабильность региона, убивая солдат, сжигая припасы и все в таком духе. Короче, ясно. Вот, и здесь он... Так, ну это у нас... Кто это у нас? А, это тот, кто... Это наниматель наемников. Понятно. Откупиться от всех охотников за 400 золота? Не надо. Нужно помочь Стендеру одолеть Афинин. Не буду терять. Да, я это уже поняла. Что ему нужно помочь одолеть Афинин, а потом мы сможем поговорить с нашим отцом. И я надеюсь, и мне очень интересна эта встреча, но мне кажется, до нее еще очень далеко. Ну, как всегда. Честно говоря, я здесь заметила очень так, что разработчики Ubisoft, они, в принципе, просто заставляют игрока довольно долго находиться в игре, тратить много часов на игру, потому что вроде ты идешь по сюжету, да, например, вот даже сейчас, чтобы встретиться с Николаусом, мне надо сначала ослабить стабильность региона. За убийство солдата он мне дал минус 10, а там целых 3 полоски. Ну вот. И соответственно, вот, да, например, я хотела сейчас не встретить. Нет, мне надо сначала еще вот этот форт освободить, да? А это довольно-таки непросто, потому что посмотрите, сколько здесь противников, да еще где-то рядом наемник есть. Ну вот. Не знаю, сколько времени это займет, прежде чем мы все-таки по сюжету встретимся с Николаусом. Но это тоже неплохо.
Там, где есть уровни и где нужно качаться, это всегда требует много времени. Да и еще там, где нужно собирать много всяких не припасов, а... Ну, короче, здесь нужно собирать дерево, железо, кожу, деньги, драхмы. Для того, чтобы прокачивать свое оружие, броню. Я так понимаю, это же и нужно для того, чтобы прокачивать свой корабль. Ну вот. Довольно муторно, долго, но интересно. Пока что интересно. Пока мне нравится. В общем, ночь, и начинаем освобождение, вернее, уничтожение этого форта. Чувствую, мне придется здесь сильно погеморроиться. Крепость. Это у нас крепость, понятно. Крепость Герания. Надеюсь, крепость Герания неприступна. Здесь Афини не хранят свои сокровища. Икар поможет мне. Надеюсь, если мы освободим эту крепость, убьем здесь всех солдат, уничтожим все припасы и заберем золото, сокровища. Надеюсь, стабильность станет довольно сильной, регионно уязвимой. Я надеюсь на это, потому что солдат здесь реально много. Почти промахнулась. Ого! Полимарх, капитан, припасы 4, сокровища 5, обалдеть! Это чтобы мне еще область исследовать и получить за нее дополнительный этот опыт. Да. Ну ладно, в общем, минус 2 солдата из такого большого количества, но все же. Уже что-то. Блин, куда мне тебя положить-то? Они везде тебя заметят. Ну ладно. Лежи здесь, хрен с тобой. Вот этим золотым щитом, я так понимаю, обозначаются капитаны, да? Но здесь еще полимарх есть. Не знаю, как лучше к ним подойти, чтобы убивать их незаметно. Потому что если они все сагрятся на меня, в лоб их встречать будет довольно сложно. Да, мы одного уровня, но я не бессмертный. Алексис у нас не бессмертный, нифига. Поэтому мне приходится делать это, в общем, скрытно. Как всегда. Пока что это такой мой стиль здесь. Ну и недаром же это ассасин. Ассасин. Не суть, короче. Хотя в основном я качаю умения воина. Ну, блин, они мне ниже. Сколько раз я не играла в игры, даже онлайн, ММО. Мне всегда больше нравится именно за воина. Ну, хотя в последнее время больше мне, конечно, импонирует даггер. Ну, что-то в этом сродни этого. Ну, нож, даггер, там по-разному их называют. Вот. Но здесь я все равно качаю умение воина. Ну, блин, они все равно лучше. И вообще, я думаю, что это затянется надолго. Поэтому... Сейчас я его убью. Это кто у нас был? Капитан. Хорошо. Минус капитан. Поэтому я думаю, что я ускорю дальше видео,
Так как это затянется надолго, да и не думаю, что тут есть вообще смысл что-то комментировать, поэтому включу музыку, ускорю и приятного просмотра. We'll be right back.
Ну так вот, я почти освободила крепость Герани, и основная проблема у меня возникла вот из-за этого наемника 10 уровня. Она появилась совершенно не вовремя, и она мне просто спутала все карты, и мне пришлось убегать, ну потому что она неплохо так закидывала по мне. И я вообще была на грани здесь и чуть не умерла один раз, и мне пришлось убегать. Ну вот. И сейчас мне придется вот как-то ее победить, короче, я даже не знаю как. В лоб ее встречать совершенно не вариант. Потому что она 10 уровня, она довольно сильная. И вот мне придется как-то кромсать ее из лука. Ну что, будем делать вот так вот. Придется делать вот так. Ну давай, выходи уже, ладно. Она побежала ко мне. Блин, попала в щит. Меткая тоже. Обмениваемся, да? Вот блин. Эй. Нет. Назад. Блин. Ядом кидается негодяйка. Мне тоже нужна награда за тебя. Блин. Ну вот и все. Те испита наблюдательные. И что ты мне даешь? Эй, блин, я не вижу награду из-за вашего сообщения. Ладно, не суть. Так, и мне осталось забрать одно сокровище. Я хоть убейте, не могу его найти. Икаром искала, и что-то как-то никак. Да это он мне просто показывает крепость, да? Толку-то ее выделять. Есть еще где-то припасы. И где они?
А, может быть, они не здесь вовсе, может быть, они где-то типа что-то сродни пещеры. О. Чисто случайно. Я даже и не знала, что здесь это есть. Я просто хотела перепрыгнуть, а он у нас прыжком веры прыгнул вниз. Здесь полно трупов. А вот я их и нашла. Но, как всегда, Алексис у нас чисто случайно что-то находит. Но только сокровищ я здесь все равно не вижу. Я здесь вижу, что мне нужно сжечь припасы и убить двоих солдат. Афинских, я так понимаю. И все. А где же еще одни сокровища? И у меня область будет исследована. Потому что я не хочу заканчивать серию, да, пока я не исследую полностью крепость. Ты слазь уже. Блин, второй проснулся. Ну ладно. Да не надо его подбирать. Но сейчас от этого факела сам загорается. Так, стабильность региона минус 30. Мы в принципе, очистив вот эту крепость, мы стабильность довольно существенно ослабили. То есть, я так понимаю, если в регионе у тебя есть крепость, то есть, очистив ее, стабильность региона становится уязвимой, и дальше можно уже убивать предводителя. Я так думаю. Ну а дальше уже у нас начинается сражение между афинскими солдатами и Спартой. Ну, насколько я поняла это. Но если, наверное, большой регион, то наверное, там несколько крепостей, и поэтому придется попотеть. А в итоге я все еще ищу этот последний сундук с сокровищами, чтобы исследовать эту область. Крепость Герания. Но я не могу его найти. Надеюсь, долгими поисками и пробежав почти всю крепость, потому что уже наступило утро, а я начала все это делать ночью. Я надеюсь, что я где-то близко к этому сундуку. Да, я нашла его. Мне интересно, Икар, почему же ты его не нашел? Чтобы помочь мне. Ну вот все, область исследования. Исследовано. За это я получила 200 опыта. Почти 9 уровень. Вот так вот. Неплохо. Ладно. Закончу я серию на этой странной ноте. Спасибо, что смотрели. Если смотрели, подписывайтесь, ставьте пальцы, комментируйте. И мы встретимся в следующем видео по игре Assassin's Creed Odyssey. Всем пока.